Я Матвей Гуськов, мой соперник, новичок какой-то в команде. Шаров Александр, по-моему. Настроение перед этим противостоянием? Настроение просто переехаться катком по нему, обыграть его. И так, чтобы он сегодня, конечно, недовольный уехал домой. Меня зовут Александр Шаров, игрок хоккейного клуба «Салават». Юлаев. Ну, соответственно. Что скажешь о сопернике? О сопернике? Да ничего, хороший парень, добрый человек. Посмотрим, как он будет себя, как он себя покажет. Победить всегда важно, поэтому я иду только за победой. Всем привет, я Александр Шаров, игрок хоккейного клуба «Салават Юлаев». Всем привет, я Матвей Гуськов, игрок хоккейного клуба «Салават Юлаев». Сейчас будем играть в игру. Угадай кто. Поехали. Поехали, первый раунд. Давайте с УЕФА до одного скиньте, кто первый вопрос задает. Давай, раз, два, три. Я первый? Да. Я живой человек? Да. Я блогер? Не блогер. Я спортсмен? Да, наверное. Хоккеист? Да. Играю в «Салавате»? Нет. Хоккеист? Был. Отец мой? Да. Да? Похлопай. Ладно, давай, 1-0 снимаем. Сейчас поймешь. Я да, сразу кстати. По логике думаю. По-любому, нормально. Значит, папа мой. Связан со спортом? Да. А с хоккеем? Да. Я какой-то блогер? Ну да, наверное. Актер кино? Да. В «Салавате» играю? Да. Я снимаюсь в комедиях? Ну, наверное, да. Блин, тяжело. Ладно, без руков? Нет. Твою мать! Так, теперь я. Я нападающий? Да. Мне больше 25 лет. Да. Я бы сказал нет, но. Ну да. Кулемин? Нет. Все. Может, я родом с Урала откуда-нибудь? Ну да. Да? Какой-нибудь Галустян. Нет. Нет. А чего у тебя Галустян с Урала родом? Что же это такое, а? Да я не знаю. Так, я габаритный нападающий? Да. Но, возможно, Степа Санников? Нет. Нет. Но он в Comedy Club, условно, какой-нибудь снимается, нет? Нет. Нет? Игровой номер больше 50? Нет. Как, блин, тут хоккеисты загадывают, и мне, блин, актер. Это у тебя актеров? Да скорее даже... всего, я понял. Ты такой реальный пацан, знаешь? Я не знаю только. Ну, из реальных пацанов. Слишком очевидно, ну да. Ну, я не знаю, как его зовут. Наумов Николай Александрович, 86-го года рождения. У меня 23-й номер, да? Но Тимкин, получается. Правильно? Да, все правильно. Давайте 1-1 всем засчитаем, да? Реальных пацанов даже не смотрел. Николай Наумов, я даже знать не знаю, как его зовут. А связан со спортом? Ну, в какой-то степени, да. Но, возможно, с единоборствами. Да. Связаны с единоборствами? Ну, сейчас да. Я Абдурозик? Нет. Нет? Я Хазмик, что ли? Ладно, да? Не попал в точку. Я рискнул. Ты такой этот, из поп ММА, ты фрик прям. А, этот, как его? Который в такси ехал. Мурат легенда. Мурат легенда. Сестрами заливали, да. Как еще раз? Ты меня примерами сестры заливаешь. Что? Примерами сестры заливаешь. Что я не слышу? Все слышат здесь, ты не слышишь, что ли, один? Я животное? Да. Не, ну ты про себя есть. Ну да. У меня есть крылья. Да. Я воздушный? Да. Да.
Ну, шар получается. Да. Блин, ну почему? Я хотел сказать гусь. Вот я хотел сказать гусь, но я думаю, вот сейчас с Хасбиком так же не получится. Вот я опять дам подсказал своими вопросами. Ну, блин. Так, я связан с телевизором? Да. Юморист? Нет. Я связан с телевизором. Ну да. Я Павел Воля? Нет. Я женщина, связан с телевизором. На Ютубе я выхожу в основном. А вот это я не знаю, я не смотрел ее ни разу. Подсказка. В основном про тебя узнали из-за Comedy Club. Ага. Ты вот прям очень сильно связан с Comedy. И он тебя почти раскрыл, когда спрашивал про себя. А с танцами я связан? Ну так, да. Вот, вот. Где-то около. Вот так вот. Тебя хотят, потому что ты бывший спортсмен. Тебя хотят, потому что у тебя очень большие. Я уже не знаю, как это сказать. Я хотела больше и больше. Я хотела, потому что я бывший спортсмен. Но ТНТ бывший спортсмен. А, ну я... Спроси, почему? Лейсан. Да. Зашел танцы, мне кажется, это на 100% связано. Зачем? Ну не, не ничейный раунд, давай ему отдадим. Парни, теперь вы разъединяетесь и пишите друг другу, но не показывайте. Я написал. Не спрашивайте, почему я это загадал, но я надеюсь, это будет сложно. Я знаменитость? Ну да. Хотя это глупый вопрос. Ну, я, соответственно, человек. Человек в другой реальности. Что? Я связан с политикой? Да. Владимир Владимирович? Нет. На всякий случай для монтажа, да, скажи. Связан с волшебством? Да. Да. То есть я маг какой-то? Ну, нет. Блин, чё, мне как-то страшно отгадывать даже. Ты как бы и маг, но в то же время и... Тяжело и интересно, а у меня тяжело и как-то... Ты вот не прям русский, ты россиянин. Я, типа, получил гражданство. Я связан с зеленым цветом? Ой, нет, нет. Нет? Нет. У тебя есть зеленый цвет на одежде. Ладно, я какой-то премьер-министр. Ты политик, ты чиновник, ты давно во власти. Вспоминай знаменитых политиков. А ты связан, ты не просто фильм, ты союзный фильм. Ты ходишь в комбинезоне. Тебя постоянно в КВН шутят. Ассаламу алейкум. Я помню, это Дорохов. Это не поможет. С Дороховым был Азамат и Дорохов. Про Пескова было. Это Песков? Нет, это не Песков. Ты как бы нянька, а тебя все боятся. Нянька, но мужчина, да? Да. Лысый? Нет. Про кого мог КВН шутить? Я, кажется, понял. У меня есть борода. Да. Да я ж, он в Грозном живет. Да. Я не помню фамилию. Давай по буквам начнем гадать. Давай. Давай, первое П. Нет. Дыра. А, все, вот, вот Рамзан Кадыров. Все, вот у меня просто вот вылетает когда слово, все. Я да тоже скажи первые буквы. Давай, вот я могу подсказку дать. Фамилия, как шведская фамилия, короче. Хоккеист. Шведа одного, очень известного. Насколько известного? Защитник. Михаил, шведский защитник есть. У него фамилия. Карлсон. Да. А, малыш? Да. И Карлсон? В этой равной и ожесточенной борьбе победу одержал Александр Шаров.